нам енота принесли. Собака, видно, молодой, злой. На батарее греется. Ближе не подхожу, потому что он с природника. Его машина сбила. Все-таки решила подойти. Собака. Собака. Вот. Что-то не шевелится. Не шевелится. Короче, он живой. Вымазался в краску. Пытается делать кусь. Ты маленькая. Собачка молодая совсем. Руками не трогаю. Ну, дышит. Дышит. Худенький. Нам сегодня уже получше, да, глазки впали. Уненький. Впали. Его не влазит. Ну-ка, покажи. Посмотри. Зрение вообще никакое. Да, да, тихо, тихо. Маленький, маленький, да. Маленький ты наш. Хороший. Хороший. Покажи глазки стеклянные. Да? Угу. Рамка батончок у него, что ли? Глазки. Где ты маленький? Ты меня помнишь, да? Я тебя гладила вчера. С батареи сниму. Ты маленький. Присел. Тебе уже имя дали. Барсик, да? Барсик дали. Будем лечить. Обычные капли для глаз. Хи-хи. Козявочка. Ты наелся? А? Худой, да. Ну, он вчера вообще капец какой был худой. Ну, сейчас много тоже нельзя давать. Не перекармливать. Мы после операции, я вам не показывала, мы его ночью увезли. И мы после операции, нам стало хорошо. Мы уже такие хорошенькие, да, глазки светятся. Вот, нам сделали операцию на глазки. Глазки у нас были рабочие, только были очень-очень в плохом состоянии. Да, вот, моргает, моргает глазами. Ты красавец наш, да? Бобик, Бобк, ты красавец. Все, он не хочет показываться. В общем, у нас все хорошо, все замечательно. Мы хорошо кушаем. Правда, боится людей, из будки не вылазит. У него сейчас покажу, какой вольерчик. Вот такой вольер. Соответственно, теперь... Он тут у нас будет находиться. Поэтому вот такая красота. Где кисонька плесла наса? Кисонечка плесла. А там скачет Майя. Маечка, поздоровайся. Маечка, наса красавица. Вот так, да? Да, 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 да. Маечка. Сладкая девочка. Ой, сладкая. Все, мы теперь будем бегать. Это она приветствует. Так что, ребята, все у нас замечательно. Животные у нас еще пока не выводили. Пока еще рановато. Вот такие дела. Всем привет!